Революция революцией, как говорится, а праздники у нас никто не отменял. И у нас сегодня два... Эй, тип, не так, мальчик, привет. У нас сегодня два праздника... Ай! Ай! Отлично. Вот так вот. Добили парнишку. Ребятки, я вас категорически приветствую. Меня зовут Кинетик, все так же, с этим ничего не поделать. И, собственно, это у нас Assassin's Creed Unity. На... новой видеокарточке. Да-да-да-да-да. Я произвел небольшой апгрейд, как я уже говорил на одном из стримов. Мне подогнали видеокарту 1070 MSI Aero, причем по очень низкой цене. Я этому человеку очень сильно благодарен. Большое тебе спасибо. Цена, можно сказать, в два раза, буквально, в смысле, в два раза дешевле рыночной. Но это уже мелочи. Вот, соответственно, сейчас я свой 1060 продаю. Если кто-то интересуется, можете мне написать в личку. Цена вопроса 16 тысяч рублей. Да-да-да. Если вас интересует видеокарта, да, это реклама. Да, я рекламирую рекламу у себя на канале, причем свою же видеокарту рекламирую себе на канале. Тем не менее, о чем я в первую очередь должен был сказать поздней ночью, уже сговариваюсь, как всегда. Девушки, любимые мои, прекрасные, поздравляю с прошедшим праздником, 8 марта. Ну да, вот так вот. Слушай, а шутик-то у меня нету, да? Ай. Может, я вам это кину? Нет, вам пофигу. А, нет, смотри, сработал. Ха! А я думаю, не сработает. Вот, желаю вам всего-всего-всего прям хорошего, прекрасного, чтобы у вас все было замечательно, чтобы вас любимые молодые человеки, люди, парни радовали. Ну, или как вы их там называете. И, соответственно, чтобы все у вас было хорошо. Так что это праздник весны, собственно, для вас, ваш праздник. Вау! Копчик, пошел вон. Так что поздравляю, у меня ультра настройки стоят. Давайте уже вернемся в игру, будем продолжать, собственно, проходить. Я выставил ультра настройки, то есть MSI 1070. Я вообще не ожидал то, что будет такое. Игра показывает стабильно 50, 52, 55 кадров. Это вообще невообразимо. Смотрите, моей радости предела нет. Я сам в шоке. Настройки графики. Ай, где-то мои родимые. Качество графики пользовательские. Смотрите, максимально высокое. Максимально высокое. То есть я вот сейчас вот так вот пройдусь. Качество сглаживания... Ай. Ну и ладно. Ну и ладно. Но все равно, когда у тебя все стоит вот здесь на максимум сглаживания... Да черт с ним со сглаживанием. То есть вот так вот можешь сделать, да? А тебя перезапускать не придется, нет? Допустим. Да, все равно ничего не поменялось. Все те же самые 55-56 кадров. Все так же быстро мы с вами бегаем. Все у нас с вами хорошо. Вообще красиво. Так что радости моей предела нет. Привет. Давай пока. Собственно, этот маленький показуха чисто как бы... Я ничего не менял в своем компьютере, кроме видеокарты. Я еще думал, то, что не потянет мой процессор, но и только опять 6500. Но нет, все замечательно. И если даже с предыдущей моей карты 1060 G1 Gaming гигабайтовской, у меня были легкие приседания, подтормаживания в этой игре, да, я признаю это, то здесь вообще все замечательно. Единственное, у нас с вами камень преткновения, это пока что Watch Dogs 2, потому что там я выставлял, хоть все было замечательно, но тем не менее... Она игра требовательна, ей нужен более мощный процессор. И у меня отсюда вопрос к компании Ubisoft. Assassin's Creed Unity вышел в 2014 году. Мое коллекционное издание дошло до меня в 2015 году, спустя полгода. Видеокарточку, ну, компьютер я обновил в 2016 году. Новую видеокарту я поставил буквально позавчера. Какого хрена я ждал 3 года? Зачем? Почему? Объясните мне. Так, ребят, меня-то отвлекли. На чем остановились? Топор по земле катится? А, да ладно. Так вот, Ubisoft, какого хрена? То есть, может быть, у консольщиков все было замечательно, я не спорю, но тем не менее, где-то потребовался год, чтобы игра нормально была оптимизирована. Были проблемы. Ну, никто не скроет факт, что были проблемы. Привет. Собственно, только спустя 3 года после выхода я могу нормально поиграть в свое удовольствие в эту замечательную вещь. Кто-то скажет гадкое. Да, я признаю, в ней есть маленькие нюансы. Ну-ка, обыскивай. Отлично.
Вот, но тем не менее игра, я ею очень доволен. А теперь давайте все-таки, а твою же мать, надо все-таки поставить фильтр. Давайте отправимся с вами по какому-нибудь заданию. Хотя вот вопрос по какому, по сюжетке. А что у нас там? Так, F1, F3. Задание, задание, задание. Пророк. Гранд-мейстер Парижской устав Кристина собирает силы на кладбище невинных, убить и восстановить нападение. А что у нас с вами в прошлый раз было? По-моему, у нас было что-то несюжетное. Я просто как бы боюсь, как бы у нас игра быстро не закончилась, потому что Unity, она у нас... Ну, кто-то говорил то, что короткая. То, что как бы коротко по сюжету. Тем не менее, давайте с вами сейчас отправимся, наверное. Остановите печать. Сорвите плакаты, порочащие имя графа Домировой. Не дайте типографии напечатать новые. Давай, а теперь скажи мне, как до тебя добраться. Интересные места. Так, слушай, а уже у нас как бы быстрое перемещение, да? Ага, да, хочу. Текс. Появились. Отлично, шикардосина. Полетели, Эцио родим. Ну, какой Эцио? Арно. Хотя к черту Арно. Эцио рулит. 290 метров. Ладно. Чего? Вор. Кто-нибудь, кто же, если не я, да? Давай, давай, давай. Хоп. Шикарно. Ваш сундук полон, вы не можете получать. Ай, 115 тысяч. Сгонять, что ли, забрать? Давайте сгоняй по-быстрому. Чё-то я, по-моему, куда-то немножко не туда телепортировался. Чё-то я куда-то вообще не туда телепортировался. Ой, чё-то я вообще куда-то не туда телепортировался. Третий август, 74-го, Франциада. Эй, ты больше ни капли. Пока не расплачешься по счету. Воу-воу-воу-воу. Спокойно, он со мной. Он со мной. Можешь поблагодарить меня? Я думал, вам отрубили голову. И это благодарность за спасение. Ты получил мое послание? Да, а когда вы поможете мне уехать, я оплачу тебе корабль от Марселя до Египта. Будете через 4 дня. У вас есть догадки, где спрятан манускрипт? А что его разыскивают? С каким арестом он исчез на Аравии? Вот эту записку. Манускрипт в склепе Людовика IX. Королевский склеп? Вам лучше берегитесь, месье. Пещеры бродят призраки королей. Поймав свою несчастную жертву, они надевают на нее корону, сделанную из ножей, что пронзают глаза. И те вытекают, как смелые дракон. Но корона Франции нынче еще страшнее. О, винограде. Займись делом. Да, найди склеп, на котором мы были. И достань манускрипт. Встретимся через 3 дня. Франциада, доступ разблокирован. Так, а что у нас вообще здесь происходит? Значит, это у нас DLC павшие или павшие короли. Я думал то, что телепортируюсь к себе на островок, чтобы деньги забрать. А оказалось то, что телепортируюсь вот сюда. Ну окей, давайте проходить, а чё бы и нет. Задача, найдите королевский склеп. Благодарен за возможность покинуть Францию. Арно согласился помочь маркизу де Саду вернуть утраченный манускрипт, написанный маркизом де Кондорсе. Надеюсь, правильно прочитал. Так, найдите королевский склеп, не вмешивайтесь в конфликты. Нифига себе. Но, блин, если это DLC, то я очень рад, то, что снова видюшечка его прохожу на максимальной настройке. Ах! Прям даже как-то сердце трепещит. Вы только посмотрите, как эти свечи прекрасно светится, как дымок идет, ай, и как текстуры он там сшиваются. Окейшки,
Ладно, не вмешиваться в конфликты. А что по карте у меня? Покажите. А хрен пойми, где я нахожусь, да? У нас есть три точки обзоры. Нам, собственно, надо вот сюда. Сложность 0 знал. Так, ладно. Я предлагаю, наверное, для начала добраться до точки обзора, чтобы знать, что здесь как происходит. Вот эта атмосфера, мать твою. Заработала. Так. И куда же ведет эта ветка? Новая последовательность ДНК? Сейчас посмотрим. Давай, посмотрим. Не вмешиваться в конфликты, нам сказано. Погоди, а там же точка какая-то. Тихо-тихо-тихо-тихо. Вот это вот что такое? Ленардо Франциада, житель Франциада, будьте осторожны в это тяжелое время. Рядом с базиликой бродят призраки королей. Коснется ли это ваших семей? Повторится ли во Франциаде прошлогодний кошмар? Сенсационный прорыв в нашем специальном расследовании. За событиями революции могли стоять самые влиятельные люди Франции. Неужели Франция снова во власти террора? После нескольких дней затишья во Франциаде появились бойцы неизвестной республиканской армии. Нам сообщили, что эти солдаты итальянской армии под командованием молодого и обаятельного генерала Бонапарта. Самого Бонапарта, впрочем, никто и не видел. Так, ладно, закрываем. Не вмешиваться в конфликты. А вон там что за штукенцы у нас, я не пойму. Что за шляпа? На самом деле шляпа Наполеона Бонапарта выглядит. Вот, и чё? Не вмешиваться в конфликты. Не, конечно, все замечательно, но вопрос. Как забраться наверх, не привлекая внимания? Да никак. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Арно, а ты можешь... Во! Отлично. Такс. И чего? Хопа! Коллекционный предмет. Один из семи собран в этом квартале. Я предлагаю сначала давай... Тихо. Пополнить запасы немножечко. Привет. Вот так вот. Восполнить все. Да. Деньги я, короче, так не взял. Они по-прежнему у меня в сундуке там валяются. Точка обзора хочу. Ага. Вот так вот. И где? Ну, блин, кто бы сомневался в самых-самых гребенях на самой вершине мира. Вот, тихо. А не вмешиваться в конфликты в каком плане? Не заходить на запретную территорию? Или чего? Не вмешиваться в конфликты. То есть мы здесь с вами как бы просто... Королевский склеп должен быть под базиликой. Возможность для помощи. Возможность для отвлечения. Не вмешивайтесь в конфликты. Воу-воу-воу-воу, ребят, не расходитесь, вы чего? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ай, палево-палево-палево. Не палево? Нет, нормально все. Шляпа вон там. Так, ребятки, я, конечно, все понимаю, но, блин. О, мы здесь заберемся. Скажи мне, что ты сможешь здесь забраться. Давай, давай. Ну уже, Арно, ну наверх. Вверх. Ну вверх же. В смысле? Так, отлично. Можешь ведь когда хочешь. Давай, нам с тобой на сам верхушку надо. Там, кстати, еще знак восклицания какой-то. Следовательно, возможность для отвлечения, либо для помощи. Главное не смотреть вниз. А, не, не так уж высоко. Нормально. Так. Ты даже здесь можешь забраться по голой колонии? Я тебе поражаюсь просто. Настоящий мотив, ассасин. Ну, давай наверх. Осталось-то недалеко. Понятия не имею, за что ты там цепляешься, как ты это делаешь, но черт тебя подери, респект тебе. Давай, 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 давай. Кстати, вон там зайти можем. Хоп. Привет, гордый мой друг Орел. Синхронизация. Атмосфера просто чума. Я люблю такую погоду, такая, знаете, ненавязчивая, то ли туманная, то ли дождливая, то ли будет дождь, то ли не будет. Просто обалдеть, как круто. Мне очень нравится. Так, давай смотреть, что к чему. Возможность для отвлечения, задача выполнена. В смысле?
сыграть и на органе. То есть ты орлиным зрением это понял. Хорошо. И для помощи нам с вами надо вон туда. Тогда давай сейчас спускаемся и идем в ту сторону. И как раз еще на шляпу заберем. Хоба-на, прижатку Веры. Я офигею над этим, парень. Хоп. Двууголки. Двууголки Наполеона. 2,7. Не вмешивайся в конфликт. Офигенно сказано, блин. Слушай, а там еще листовка какая-то. Такие листовки, я помню, были в третьем Ассасине. Они там летали. Привет. Пусть союзники сделают свою работу. Всю работу сами. Я как бы не против, а вот что за листовочка там такая? Чё-то лежит. Блин, я надеюсь, оно там дальше будет лежать. Так, задача выполнена, хорошо. То есть мы теперь... Бунт начался. Ай-яй-яй-яй! Я переиграть хочу. Нам же сказано было не вмешиваться в конфликты. Арно, на какого черта? Угу. Нормальное воспоминание. А, так это листовки у нас как бы данные. Ну давай почитаем. Заработала. Так. И куда же ведет эта ветка? Новая последовательность ДНК? Сейчас посмотрим. Собственно, ничего не дало. Не дало. Так, треуголки зато забрали. Значит, не вмешиваться в конфликт. Я понял. Мне точку обзора заново надо будет открывать или как? Вот как бы очень хороший вопрос. В принципе, нет. Нет, засчитался нормально. Так. Так, золотой сундук. Кстати, сундуки посвященных. А давай сначала его возьмем. Я не знаю, мы с вами... Возможность для отвлечения. Это, конечно, замечательно. Мы ей, конечно же, воспользуемся. Но в данный момент я хочу взять сундук. Я не знаю, будем мы с вами здесь потом или нет. Это дополнение, как бы разовая локация или нет. Но черт тебя подери, если есть сундук, я хочу его забрать. Тем более, сундук посвящен. Коза в воздухе висела. Нормально. Нормально. Это юнитет, нормально. Сундучок, здорово. Че, чем ты меня порадуешь? В смысле? В смысле 1250 флоринов? Мне доход со всех моих клубов приносит гораздо больше, чем ты... Так, ладно, слушай, может быть, меня этот порадует? Давайте я уже не... так до него добегу. Я вот сейчас здесь бегаю, не знаю почему, но чем-то мне начал напоминать Синдикат. Я немного играл в Синдикат, скачивал пиратскую версию. Я уже говорил об этом, да, я не... Стыжусь этого, я скачивал ее, чтобы посмотреть, и она мне что-то как-то не зашла. Ну серьезно, камон, где мечи, где клинки, где ассасины? Вот, не понравился Синдикат, но вот сейчас я бегаю, и чем-то как-то, по-моему, смахивает на него. Ага, вон она где. Хоп, давай. Так, взяли. А сундуче вот у нас где? Ха-ха-ха, 21 метр. А у нас с вами задание, вмешиваться в конфликты. Ну, прыгай. Не вмешиваться в конфликты. А там 4 хмыря. И как? Ай! Арно, твою же ма... Чё ты творишь? Эцио в этом плане был куда умнее тебя. Я уже об Альтаире... Ай, об Альтаире не говорю. Взаимодействуй с сундуком. Дайте мне какую-нибудь приколюху, костюм или еще что-нибудь, я свалю отсюда. Нет! Снова 1250. А на втором даже, наверное, листовочек, да? Угу, вон она. Ребята, привет. Главных копов мне сюда не хватало. Так... Слушай, а то же самое. Прям абсолютно то же самое. А зачем раскидывать одни и те же листовки на этих улицах? Я немножко не пойму. Ну окей, давай двигаться. Тогда в этой серии, получается, мы с вами полностью проходим Паших Королей. Ай, веревочка. Пошли. Давай.
Нам с вами надо воспользоваться возможностью для помощи. Карта. Возможности для помощи. Сюда хочу. И еще одна треуголка. А я где? А я вот здесь. Сундуки я брать не буду. Не такая уж и... Прыгай! Кто зацепился? Важная вещь в данном случае. Слушай, я бы ноги себе, наверное, разбил. Так, тихо. Мужичок что-то у нас сидит, ширяется. Нормальная тема. А здесь выйти нормально нельзя, да? Угу. Как всегда. А потом окажется то, что где-то сбоку по-любому можно было пройти. Это как в Скайриме, когда я забирался по скалам. Не веревка, но... Ай. Не вмешивайтесь в конфликты. Бегает какой-то чудак, прыгает с крыши на крышу. Не вмешивайтесь в конфликты. Нормальная тема. Чувак, не пей. Иди домой, проспись. Я понимаю, праздник 8 марта, все дела, но все же иди домой и проспись. Привет. Ну, очень хорошо у меня. Давай, давай, давай. Так, ребятки, нас сейчас отвлекает коп. Соответственно, мне надо аккуратненько пройти внутрь. Аккуратненько, мать его, пройти внутрь. Не вмешиваться в конфликт. Не вмешиваться. Фраза «не вмешиваться» обозначает «не вмешиваться». Давай-то. Вот как вот здесь не вмешаться, а? Надо просто пройти мимо. Ай-я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 й. Убери оружие, дебила, кусок. Слушай, может через крышу как-нибудь? А, он там вроде через окно. Ага, заберется он. Через окно. Да твою мать, да как? Сука. Зато хотя бы сундуки взяли. Я просто иду мимо. Я просто иду мимо. Я просто мимо иду. Привет. Отлично. Так, давай дальше смотреть. Тут что-то еще должно. Ага. Скажи мне, друг, в моем белом костюме, а ты можешь как-то... Ага. О. Так, а теперь вопрос, как попасть вон туда вниз? Вниз в смысле вон туда вниз, а не вон туда. Там у нас ребятки какие-то. Не знаю, мирные, не мирные. Ёпта, сколько здесь... О, треуголка. Нормальная тема. Треуголка, треуголка тема нормальная, но... Это, конечно, тоже хорошо, то, что там столько сена есть, но... Походу, другого выхода, точнее, входа внутри нету. Ну, прыгай! Да прыгай! Прыжок веры! Прыжок веры! Вера, прыжок! Прыжок! Прыж... В смысле? Прыжок! Прыж... Пр... Жок! Наконец-то! Да, рядом сен швахнулась. Пофигу. Я тут тупо работаю. Я просто тупо работаю. Слушай, а если я тебе сейчас прищучу? А всем пофигу. Абсолютно всем пофигу. Мне надо наверх забраться. Как мне это сделать? Нет, так-то мне надо вон туда вниз, но еще мне надо вон туда наверх, чтобы воспользоваться возможностью для отвлечения. С одной стороны, я могу этого не делать. С другой стороны, мне это хочется сделать. А если мне что-то хочется, значит, мне что-то хочется. Не вмешиваться в конфликты. В конфликты не вмешиваться. Все, конечно, хорошо, но... Ты можешь как-то кратнуться от нас. Друган! Друган! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Почему ты не можешь свистеть? Вот объясни мне, почему ты не можешь свистеть? Свистанул так чуть-чуть, хоп, тебе подошли, ты кинжальчиком хопана в шейку-то вонзил, и все хорошо. Нет там никого, иди дальше работай.
Получай свой соцпакет. Так, а тем временем продолжаем думать. Либо мне всех здесь тупо загасить как-то мега стелсовски, либо я не знаю. Вот зачем я сюда пришел? Задание выполнить. Они там ходят. Пропалят ведь по-любому. И как бы их отвлечь? Слушай, можно у тебя завалить? Там вроде... А, не, он там еще есть. Ну-ка. А, вас тут до хрена просто. Достичь нам это надо, да? Ты капец. Так в смысле ты меня запалил? Оп. Вы знаете, я в игре никогда этими штуками не пользовался. Вообще никогда. Один раз только по миссии, когда необходимо. Вон нам надо туда забраться. Когда мы с вами сюжетку проходили, нужно было в этой в аудиенции убить чувака, тамплиера. Но больше вообще никогда. Ну вот сейчас, как говорится, все бывает в первый раз. Понимаешь, и все это ради того, чтобы тупо поиграть на органе. Чтобы коп, как зеваки, как зомби на салюты начали смотреть. Типа, смотри, орган, ёпта, шикарно, да, в жизни органы не видели. Вы вообще чего здесь делаете? Почему это полицейская зона? Объясните мне. Надо придумать, как забраться наверх, но я что-то пока вообще ни одного варианта не вижу. Прям вообще никак. Куча копов вижу, да. Блин, их ходит кругом. Слушай, может мне это как-то в обход надо? И почему ты не умеешь свистеть? Эти там, этот там, эти тут. Пометить вас еще нельзя. Стоит мне туда пройти, он запалит. Вон он, офицерочка. А нам с вами попадаться вообще никак нельзя. Ну, так-то можно, как говорится, но я не хочу. Ничего. Ай, да ладно! Да камон! Ну, хорошие новости, мы внутри. Давай, пока. Плохие новости, да, орган. А, во, орган, наконец-то! Добрались. И чего? И все? В смысле? Сыграйте на органе. Задача выполнена. То есть вы типа сыграли на органе, вы жуткий молодец. Тихо. Да они меня типа не видят, что ли? Ребята, чего? Да хорош! Ты не мог по-тихому его убить. Знаете, вот как фильму «День сурка», вот, когда персонаж Биомира все время переживал один и тот же день, вот у нас сейчас с вами то же самое. Так вот, это равносильно персонажу фильма «День сурка» Биомира. Потому что он переживал один и тот же день, он прекрасно знал, что когда будет. Как говорится, начал веселиться во всю славу. Давай, прыгай, мы с тобой уже тут проходили. И каждый раз он открывал что-то новое для себя, что-то новое познавал. Также мы с вами сейчас, вот, по крайней мере я. Здесь нас, я не знаю, то ли пасхалка, то ли просто так имена непонятные. Я подумал, может быть, имена разработчиков, а может быть, просто случайные имена. Давай, сюда. Такс. Привет. Я ведь еще не вмешался в конфликт, да? Там у нас два друга. Может быть, их сначала успокоить? Не вмешивайтесь в конфликты. Морта Трейд, по-моему, там было написано. Вау! Слушай, давай с тобой попробуем поверху пройтись. Короче, мы туда пробрались, на органе я поиграл, ну как-то я поиграл, два раза на кнопочку нажал. Собирайся.
Они оттуда типа как свалили, я слышу на той стороне сундук, но брать ее, конечно же, не буду. Как-то у нас модно сейчас пошло, да? Машина хорошая, но покупать ее не буду. Телефон хороший, но покупать ее не буду. Так, значит, мы сейчас пробираемся вот так по боку. Нас тут вроде бы как никто не видит. Я, благо, никуда не... Ну, давай, давай, давай. Я понимаю, не очень удобно, но, в принципе, штуки-то хорошие, за них зацепиться можно. Как обезьянка, да, вот по клетке лазит. Так у нас Арно с вами лазит по текстурам. Вот, сейчас доберемся до туда. Давай, 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 я в тебя верю. И все-таки посмотрим, что же это у нас за склеп-то такой, где, в принципе, уже нас никто не должен ждать. Бог отвернулся от нас. Да, я в курсе. Так, сам... Я, собственно... Ёпта... Давай, 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 давай. Прыгай. Прыгай. Ты с километровой высоты прыгал в сток сена, а тут боишься? Оп. Так, отлично. Там у нас один друган идет. Сейчас мы его потихонечку успокоим. Там еще один. Мне свидетель вообще ни разу не нужны. Надо вниз. Отвлекающий маневр в действии. Замечательно. Да ну тебя нафиг. Давай, 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 давай. Фух, я надеюсь, контрольная точка у нас прошла. Королевский склеп. Чего у нас тут интересного? Да, вообще ничего, даже сундуков нету. Привет, неизвестная могила. Это что такое? Просто блики воды. Ключи уже откуда-то есть. Нормальная тема. Не вмешивайтесь в конфликты. Фух, отлично. Найдите гробницу Людовика IX. Серьезно, что ли? То есть теперь у нас полная свобода действий. Ну хорошо. Тихо, 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 тихо. Я вижу, что у нас дохрена всего. Вы прибыли в область расследования. Я сначала возьму коллекционную штучку, которая у нас висит где-то. А где она у нас висит? А вон она у нас где висит. И вскрою, конечно же, несколько сундуков. Если на это потребуется у меня уйма отмычек, то, собственно, уйдет уйма отмычек. А, слушай, единица вообще ваучная. Он говорит ваучный и промазывает. Ай. Еще разок. Ну, в смысле? Отлично. Главное, к быстрым я приноровился, а вот к таким, к медленным уже что-то как-то развык. Прям сложности мне хочется. Да, коллекционный предмет 1 из 10. Спасибо. Так, там еще сундук у нас был. Я так понимаю, здесь у нас ни стражи, ни охранников, ни кого. Варда. Варда. Вазурна. Слушай, я туда пройти пока что не могу. То есть хочешь не хочешь, а гробницы придется обыскать, залутать. Погоди. Ты у нас никчемная. Стой. Во, вот сюда. Черта с два ты пройдешь кинетик, да? Погоди, погоди, погоди. Камни... А, крысы? Ёп! Я думал, камни у нас шевелятся. Это просто крысы. Милое создание. Коллекционный предмет. Один из трех в этом квартале. Замечательно. Ну что, давайте искать. Не здесь. Ясен пень, что не здесь. Не здесь. Он посмотрел сквозь стену. О, нашли. Потому что там тело было. Она уже приоткрыта была. Задели мою честь. Честь солдата. Не смешите меня. Можете разорвать свой контракт. Впрочем, я могу. И это будет намного хуже. Простите, капитан. Я слышал, есть список изъятых из склепа реликвий. Могу их показать. Достойная замена храму. Мне нужно не это. Слушайте меня очень внимательно. Мы с вами хотим одного. Значит, договорились. Найдите храм, и, может быть, останетесь в живых. Квадрат знаком. Спасите!
Пошел вон отсюда, да? И что нам этого чувака завербовать, убить или помиловать? Капитана Роуз разблокировано. Капитан Роуз, будучи сыном горничной Версальского дворца, Филипп Роуз с детства привык к экстравагантным выходкам и к странным запросам знати. С ранних лет он выполнял разнообразные поручения королевской семьи и ее гостей, доставляя на рынке самые редкие товары паха... Я не дочитал. По хорошим ценам. Однажды Филипп загорелся желанием увидеть Францию и оставил Версаль. Так, это можно пропустить. Можете на паузе почитать, кому интересно. В 1789 году началась война. Оставив свои торговые навыки на службу якобинцам, Филипп доказал, что может достать любое, даже самое экзотическое вооружение. По слухам, именно он продал Шарлотте Карде оружие, чтобы она использовала, чтобы заколоть Марата. Или Марта, или Марата. После того, как он приобрел некоторые вооружения для самого комиссара Барроса, его уговорили вступить в французскую армию. Он участвовал в осаде Тулона на стороне Наполеона и отличился тем, что отыскал все артиллерийские позиции и помог их захватить, после чего успех осады был предрешен. Вот так вот. Отлично. Перехватить? Ну в смысле? Давай, давай. Ну, в смысле? Арно! Арно, твою мать! Он был рядом с тобой. Ну, тем нафиг. Сократить дистанцию до цели. Он стоял рядом с тобой, ты не мог его перехватить. Да в смысле, игра? Камон, Ubisoft, вы что творите? Стоит чувак рядом с тобой, ты нажимаешь кнопку захвата. Чё? А сундук? Вещь. Отлично. Сундуки, ладно, хрен с ним потом. Ай. Просто офигенная игра. Ну схватить. Его даже схватить нельзя. То есть, это знаете, как у нас во втором Ассасине была миссия, несколько миссий, когда мы с вами по храмам шатались. И необходимо было именно, чтобы он добежал до конечной цели, до конечной какой-то комнаты. Нам еще всякие ловушки давали. Чувак, ты разбился. А я нет. А ты лошара. Успокойся с миром. Тебе тоже все равно. Так ведь? А мог и жить. Спасибо, миссия. Request in patch, бастардо. Карта. Список украденных реликвий по Арье хранится в библиотеке аббатства. В... Фонарь! У вас новый предмет экипировки. Фонарь. Удержите R, чтобы зажечь или погасить. Че, серьезно, что ли? Чтобы погасить фонарь. Когда масса закончится, можно долить из специального сосуда. А я думал, прям меня уже ничем не удивит. Местоположение сосудов отобразится на карте, когда в этом возникнет необходимость. Слушай, мне тут это срочно в деньгах и возникла необходимость в паре миллионов так долларов, да, чтобы жить нормально. А почему у меня нету карты, на которых оно отобразится? В нем должен быть манускрипт. Где должен быть манускрипт? Слушай, мы с тобой сначала, может быть, сходим назад? Найдите сосуд. Я не буду искать сосуд. Я сундуки хочу вскрыть. Ай. Воу. То есть вот эти мошки, ты типа не можешь пройти, да? Сосуд. Взаимодействовать. Гульк. Подземные существа. Под землей живет немало существ, способных помешать вам, но свет фонаря позволит прогнать их. Удержите R, чтобы зажить или погасить. Да ладно. Та-да. Та-да. И чего? И как? А что за жучки-то я не могу понять? Хоп, все. Не, слушай, конечно, все замечательно, но мне бы вон туда, там сундук закрытый. Я его как бы это... Поймать хочу. Ну, в смысле, вскрыть хочу. Давай пока уберем. Он нам, как говорится, не нужен. Что у нас здесь, помимо треуголки? Хоп. Ничего.
Че, просто спрыгнуть? Не-не-не-не-не-не-не. Давай сначала вот так вот. Отлично. А теперь вот сюда вниз. Тут по-любому что-то интересное должно быть. Сундук есть. Блин, вон там один сундук мы оставили закрытым. Меня отпустят сюда потом или нет? Это как бы сундук. Йоу. Попал вообще каким-то чудом. Ай. Погоди. Так, второй есть. Зачем навыки прокачивать? Взял чисто, как говорится, по удаче прошел. Тихо. Ай. Давай еще немного. Чуть-чуть. Сколько отмычек у нас на это уйдет? Да хорош. Есть! Только на паузу поставил, так он у нас открылся. Так, забрали. И че у нас там? Снаряды максимум, сундук на 30 тысяч. Слушай, я хочу открыть тот сундук. Вот хочешь, не хочешь, я хочу открыть тот сундук. Ну-ка давай сюда. Ты можешь назад вернуться? Я тебя прошу, назад. Просто давай вернемся назад. Сундук мне нужен. Ха, интересно. Еще один? Давай. Выберитесь на поверхность. 3 из 10. Ну открой. Ну открой. Арно, ну твою мать. Там золотой сундук. Везучий случай. Погоди, а мне туда надо? Слушай, так там же... Йо, сколько там всего. Капец. Сундук посвященных. А я туда в принципе не могу попасть, да? Мы были там. Мы зашли вот здесь, пробежали вот так, так, и все. Че, ладно, давай на поверхность, потом кружок, я думаю, сделаем. И сюда снова вернемся, если это можно будет сделать. Мне, по крайней мере, в это очень хочется верить, что это можно будет сделать. Иначе все, беда. Я не могу пройти мимо сундука, но в любом случае даже игра должна нам дать такую возможность. Ведь у тебя миссия, она как бы... Выпрямлю в область. Расследуй. Зажги светильники. А нахрена? Зажечь. Давай. Так. Еще один. Взаимодействие. И что, клеточка, что ли, типа? Да ладно. Как? Давай, магника. Пригодится. Идите в аббатство. Сейчас пойдем, не переживай. Взаимодействие. Сколько там? Двоечка. Ну, двойка это как бы такое. Ай. Мы тройку вскрыли гораздо проще. Что ж ты будешь делать? Готово. Чё там? Давай ещё тридцатничек мне подгони. Снаряды, я понял. Десятка. А вот эти типа ночные твари, да? Мышата? Мы что, в пещере Бэтмена, что ли? Ребзя, здорово. Ай, не нравится, да? Ща Бэтмен из ниоткуда. Ты пришел в мою пещеру. Чего тебе надо? Давай, 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 давай. Хлоп. Давай, забирайся. Как тебе еще твой плащ не сгорел? Я поражаюсь тебе. А где фляжка у нас? А в смысле треуголка? А, понятно. Давай вниз. Прыгай, прыгай, прыгай. Ничего, как говорится, страшного в этом здесь нет. Так. Давай. И сундук еще наверху у нас, да? Отлично. Как говорится, не буду вас томить. Надо же, всего одну отмычку потратили. Забирай. Все, друган, давай выбираться отсюда. В аббатство нам надо идти, да? Прыжок веры, что ли? Ты угораешь?
Хитрёга. А я думал, ты вниз у нас сейчас будешь. Кинетик, у тебя задание выбраться на поверхность. На поверхности это обозначает вверх. Поверх. Поверх того, где ты сейчас находишься. Нет, он хочет прыгнуть вниз. Район базилика. Отлично. 250 метров. А можно я не пойду в эти 250 метров, а еще раз схожу туда, потому что там есть четкие сундуки, которые мне хочется заутать. Но давайте я... Слушай, а где мы были до этого? Ага, вот здесь вот, да? Вот он, подземный ход. Это нам, кстати, по пути. Потому что нам-то надо сюда. А мы пойдем сейчас с вами вот сюда. Так что я вас... Я че такое? Я, пожалуй, это все пропущу. И увидимся с вами уже около аббатства. Ребят, вы не поверите, но здесь все закрыто. Я в шоке. Серьезно, все закрыто. Их никак не открыть, не отпереть. То есть я не могу добраться до сундука посвященных. Я не могу добраться до запертого сундука. А вот здесь мы с братишкой убегали. Было ведь? Было. А теперь нет. Была дверь, а вот и нет ее. Проход есть, а перед ним дверь. Все, и как, и чё? В смысле? Боль, беда. Вон там сундук посвященных есть, а я его даже взять не могу. Капец какой. И чё ты мне прикажешь делать с этим? Жизнь, боль. Это все, что я могу на это сказать. Ну чё, давай тогда выбираться отсюда и отправимся в аббатство 130 метров до него. Не так уж, в принципе, и много. Там, правда, копов наверху полно. А вот это уже плохо и больно. Так, а лестница у нас здесь предусмотрена? Да. Давай. Очи они охери, да? Здорово! В смысле? Нахер? Я вас знать не знаю. Я вас не звал, идите нахер. Смотри, как четко у нас лучи прорисовываются, а. Туманчик. Вот только попробуй меня сейчас выгрузить где-нибудь в самом начале миссии. Я тебе таких люлей отвешу. Нет, идите в аббатство. Сразу же у выхода. Ну окей. Хватит выкрутасов делать. Арно, я тебе говорю, прыгай вон туда. Да, спасибо. Давай напрямик. Хоп. Отлично. Ну, напрямик так напрямик. Ху, вот и ху. Почему здесь нету фоновой музыки? Ну, давай как-нибудь, куда-нибудь. Такой ненавязчивый, легкий. Ведь есть у меня диск в коллекционном здании шоу, в котором был саундтрек к Unity. Так где же он? В игре. Здесь музыка есть во время боя, есть где-то на сюжетных миссиях. А вот так, чтобы по городу, как это у нас было сделано в том же втором Ассасине или... Блин, я даже этого сена не видел. Или как, например, в том же самом третьем Ассасине. По-моему, там тоже что-то подобное было. Или в четвертом. В пятом было, нет? Ой, это же у нас и есть пятый Ассасин. Вот, а здесь почему-то нет. Аббатство. И через какие главные ворота вы мне прикажете идти? Ребят, ну я пошел. Они вас потеряли из виду. Давай, пока. Новых мародеров есть командир, ищет что-то. А че я здесь должен найти? Да хорош, ты в меня стрелять. Ёпта! Ну чё, примем бой, как говорится, да? Скрытых убийств 2. Каких нафиг скрытых убийств? Ты чего? Чувак. Ой, сейчас жесть будет. Тихо. Бок. Ну или так. Согрел твою мать. Вот именно, да что за... Нахер. Нахер с пляжа, я говорю. Да в смысле? Откуда? А, вон сверху один долбоящер стоял. Ай. Шарик, отлично. У меня тут просто по всей комнате шарики висят. Гелем надутые.
угарнул чутка в честь праздника. В общем, скрытых убийств ноль из двух. Скажи, пожалуйста, как я должен в этом дерьме осуществить скрытое убийство? Как ты вообще себе представляешь скрытое убийство? Что, вот здесь кто-нибудь мимо прошел? Так, вон у нас один хер ходит, может быть, он подойдет? Или вообще, что считается скрытым убийством? Вот если бы спрятаться за этой штукой, и он подходит, и мы его жахаем. Ай. Не считается? Не считается. Погоди, а ты должен как-то... Не-не-не-не-не-не-не-не-не, Арнольд. Именно что спрятаться. А, во! Вот это нам считается скрытым убийством. А я приседал. Холера. Давай еще копов искать. Привет. Вот меня типа не видно, да? А если я вон туда подойду? Я всех, наверное, сагрю. Стоит как придурок. Смотри, сидит с козой, болтает. Нашли, как говорится, да? Друг друга. Слушай-ка. Слушай-ка. А если, допустим, вот сюда и... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Скрыт убийство. Одно из двух. Нормально. Всех сагрил. Скрыт убийство. Зато одно сделали. Ай. Тихо-тихо-тихо-тихо. Давай-давай, добивай его. Хрена с два ты меня ударишь. Вот так вот. Ай, красиво-то было. Ты не представляешь, какое удовольствие получаю просто ни единого проседания. Вот что значит 10-70 во всей своей красе. Так. Ай. Тихо-тихо-тихо-тихо. Иди сюда. Чувак, иди сюда. Он просто пошел. А как... Слушай... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Где бы мне тебя подкараулить, чтобы скрытенько так убить? Если я вон там за козу спрячусь. Он меня пропалит? Нет? Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Так. А тебе имею. Это интересно. Это очень интересно, да. 20, ты там листики, что ли, считаешь? Чувак, ты не представляешь, насколько никчемна твоя жизнь, если ты считаешь листики на кустике. Ай! Ай, был момент на секунду, прям... Да свали, свали. А вот он козей туда пойдет? Нет? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Давай я тебя подожду. Привет, козочка. Мяу! Вот именно что. Мяу! Тихо. Иди сюда. Дурень, мне тебя надо просто убить. Вот у меня вот там дополнительные задания висит. Да я тебя просто убью. Куда ты пошел? Ай! Сейчас по всему кварталу его будем преследовать, да? Китайска, нахрена ты за ним гоняешься? А? Да просто так, скрытное убийство хочу сделать. Ну чё ты там штаны свои протираешь? Внимание, он меня не видит. Он сначала, а ну-ка вернись, гад, тебя здесь клинок ждет, не дождется, и потом все. Я спрятался, и он меня не видит. Как бы тебе... Эй, ты! Я тоже играть хочу! Давай-ка твоей башкой поиграем! Давай, давай, ты только сюда подойди, и мы поиграем. Давай, 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 иди, наконец. Ну. Хоп, отлично. Шикарно, все. Нахер ты мне больше здесь не нужен. Теперь можно садомию устраивать. Полноценную. Я там должен что-то увидеть. Где копы? А что я здесь должен увидеть? Найдите библиотеку.
А сокровища монахов? Конфискованы правительством, как иначе. Так они наши? Более того, они тут в лагере. Но я тебе ничего не говорил, ясно? Ясно, ясно. Здесь, короче, копы вместе с бандюганами заодно орудуют. Посмотри, а. Библиотеку найти. Спорим, она в самом конце здания. И это еще, кстати, запретная зона. С Михаилом Пореченковым. Давайте кончать светиться. Так. Блин. Воу-воу-воу-воу. Это не я, корова, не моя. Вернуть. Ну чё? Давайте повеселимся. Кончайте светиться, как чертовы неоновые фигурки. Тихо. А он там ставит, им все похером. Говорили мне, не связывайся с полицией. Загремишь. Пофигу. Рубим направо и налево. Давай пока поедем тебе. Кастрация дешево и сердито. Вернуть. Давай вернем. Опа. Неждан. А, нет, смотри, что-то есть. Так, список Пуарье. Что тут? Манускрипт Кандерсе. Место – Старый Красный Дом. И имя – Леон. Список дома Пуарье. Дом Пуарье – монах, вошедший в состав комиссии по нерелигиозным памятникам, ставший хранителем Национального архива после революции. Ребят, все это можете прочитать на паузе. Я вот так вот сейчас вам пролистаю. Что-то про Екатерину Медича. Чего? Волосы Филиппа Августа. Мумифицированные ноги Екатерины. Кошмар. Лучший подарок для мамы. Мам, глянь, что я тебе принес. Это палец Людовика 14. Замечательно. Вы должны покинуть эту область. С превеликим удовольствием. Покиньте аббатство. Здорово. Ой, а я тебя не заметил, чувак. Ни хрена ты выдох. Ай, не то. А у нас как бы это... Типа стрельба на какую кнопочку? Там вроде можно было как-то стрелять. Ну, в смысле, не целиться, а произвольная стрельба. Надо в управлении смотреть, я что-то все уже подзабыл. Давай пока. Покиньте главное аббатство. Угу. Ну, давай драться со всеми. Я дерусь, потому что я не могу... Не могу перестать радоваться графике. И... Привет. И тому, что никаких проседаний сейчас на максимальной настройке нету. Но меня дико радует и доставляет этот факт. Вы просто не представляете, кто там бомбу надумал кидать. Твою мать! Черта с два вы меня убьете, я же вам сказал. Я управление исполню, так что все. Ни хрена. Давай, стрельба на скрипт. А-а-а, вон оно че. Ай. А-а-а, в смысле? Ой, ты зря сделал. И где появимся? Все тот же, да? Ну, врешь ты. О, это вы все зря сделали. Да они между собой начали херачиться. Слушай, я тип не придевах, да, чувак такой руками машет. Я не придевах, вы сами разбираетесь. Само собой не придевах. Но с вами, ребят, я сейчас буду орудовать особо жестоко. Давайте. Тихо. Что это сейчас было? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу.
Тихо. Такс. Тихо. Кидаю гранату. Не надо нам гранату кидать. Ай. Я знаю, что я могу полечиться. Я не буду. Хоп, тут что у нас за Артаниса? Тихо. Ай. Но. Бомба. Бананова-бомба. Жизнь вообще на один удар, наверное. Коп, ты бери того, я этого возьму. Ну или так. Все копы на меня уже согрелись. Ну закали ты их. Ай! Сука! Получай. Фух, последний удар. Вы должны покинуть эту войс. Да неужели? Наконец-таки. Это тебе за все мои переигрыши. Сдохни, мразь. Так. Спокойно, Кинетик, спокойно. Ты самый добрый, милый человек на этой планете. Ты просто сосредоточение, милый. Ты и няшности всех радужек, единорожек и поняшек. Все хорошо. Все. Да только похилимся немножечко. Так. Отлично. Ну, давайте покинем эту область. А как далеко я должен ее покинуть? Покинуть, Кинетик. Покинуть обозначает и не драться. Ах, черт, он одного из наших побил, да? Наверное, переживает коп. Давай пока. Ай. Слушай, а больно бьет, я вам скажу. Но плюс, когда мы с вами пройдем это DLC, то у нас... Это... Просто пошли уходим отсюда. У нас там откроется то ли катана, то ли еще что-то. Я уже даже не помню. Какой-то меч, по-моему, откроется. Может, пистолет, может быть, одежда. Что-то, короче, откроется. Станет инкогнито. Да я просто стою и ничего не делаю. Давайте посмотрим, как вот эти дамочки у нас. Оп, все. Я инкогнито. Дай. Довольны? Фу, наконец-то, награды, фонарь, круто. Продолжить 15 тысяч воспоминаний завершено. Воспоминания один, погребенные слова, оцените. Ты знаешь, я бы тебе всю сотню поставил из 5 возможных, потому что мне это очень дико понравилось, прям очень-очень. И еще что-то нам дали персонализации, давай сразу посмотрим. Так, по-моему, одноручно, в смысле, а одежда? Чем оружие? А одежда нет. И дальше идет продолжение следующее, то есть продолжение квеста «Павшие короли», но мы с вами уже будем проходить его в следующей серии. Серия будет завтра. Сейчас у нас с вами будет немного иной формат. Дело в том, то, что... Тихо. Дело в том, то, что сейчас стримов по будням не будет. Неожиданно, да? Ребят, просто я выбрал для себя путь. Я буду делать так, как я делал, когда только начинал канал. То есть в день будет выходить по 3 ролика. В начале года я вообще говорил то, что я буду выпускать, точнее хочу выпускать по 5 роликов, но из-за стримов у меня просто не хватает времени. То есть я могу либо выпускать ролики, либо стримить. Поэтому стрим у нас с вами будут по пятницам. Вот такой. Я хотел в отдельном видео замутить это, так сказать, как бы объяснить, анонс. Но те, кто смотрит ролик этот, то вот говорю здесь и сейчас. И поэтому я буду выпускать по будням ролики, а стримы у нас с вами будут по пятницам. Но будут они по 6-7 часов, как говорится, чтобы и вам угодить, и мне было в радость. Вот так вот. Так что ролик будет завтра по Ассасину. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. И действительно, пора идти спать, уже заговариваюсь. С вами был Кинетик, это Assassin's Creed Unity. И первая часть продолжения дополнения «Павшие короли». И дополнение «Павшие короли». Все, наконец-то, сказал. Просто время сколько на час? Сколько время? Полтретьего, зашибись. Все, ребят, всем удачи, всем пока и спасибо, что смотрели. Увидимся.